труд силен. Ой, мамочка! Меня зовут Дэниэль Луга, и я верю в фитнес. Все началось с того, что я захотел изменить свою жизнь. Вот так вот, да. Чтобы не ходить на работу в трениках до конца своих дней. Мистер Дурбол, вы принимаете стероиды? Да, и кое-кто мне мстит. Не бойтесь, мы специалисты. Я его починю. Я себя сделал сам. Сам заработал эти бабки. Может, потратишься немного на салат? Знаешь, кто придумал салат? Голодранцы. В чем дело, Дейл? Тебе это не осточертело, Эдриан? Нет, у меня тут штанга, блины. Да я про твою жизнь говорю. Ты хоть раз платил вовремя за квартиру? У меня есть план. Мы все изменим. Где срок трубил, приятель? На севере. А подработать не хочешь? Нельзя просто так взять и похитить парня, забрать его вещи. Это нечестно. Еще как можно. Виктор Кершоу это заслужил. Он тот еще живодел. А точно никто не пострадает? Ну да. Мы подкарауливаем его. Вот он! Хватаем. Он ставит пару подписей. Суем ему протеиновый коктейль. Он и не вспомнит. Я в кино видел и знаю, что делать. Шайка качков отняла у тебя все твое состояние. Что теперь будет? Теперь мой ход. Мне нужно подкачаться. Точно, да. Давай. До боли в мышцах, чтоб сработало. Ты сказал без насилия. Богом клянусь, я так и хотел. Я не убиваю людей. Все понял. Когда закончим, пойдем в поход. Идет? Идет.